Да, но Шелк уверял, что огонь дальнобойная операция. Вы ужасно доверчивый. Да все равно. Пожар там или нет, мы должны найти шпиль мозаики и отравить его. Я вижу, что у тебя рация, блядь, исчезла на мгновение. Все-таки проблемы какие-то есть технические. Так, ладно. О, там лунатик, кстати. Лунатик. И вот зачем ты так поступил? Сперва нужно отбиться от этих марсиан, а потом будем думать, как выбраться отсюда. Я не склонна к самоубийству, Джейн. Хочешь их поджарить? Я за. Но я не хочу гореть вместе с ними. Эти долбанные твари глушат всю связь в округе. Мы отрезаны от мира. Зато у нас есть радиостанция Арти. Ты знаешь, что случилось с Арти. А остальные парни даже включить рацию не умеют. Это так. Зато я умею. Там что-то интересное. Похоже, дровосеки решили провести собственное исследование. Ржавыми пилами, не иначе. Их методы мне как-то понятнее, чем наши в XCOM. Жидковато тут. Всякая хрень происходит. Гранаты, винтовки. Это второй этаж? Всем, кто меня слышит, я говорю из Хардерсмилл. На нас напали пришельцы. То есть, я точно не знаю, кто они, но они вооружены и очень, очень опасны. Это не розыгрыш, нам нужна помощь. Эти люди были отрезаны от мира. Их застали врасплох. Эти хотя бы сообщение отправили. Ощущение, как здесь надо было бы отбиваться. Ну так нехуй отбиваться. Да ты ж там заебал. Ёлки, похоже. Какие-то не ёлки вот это вот. Чё у них с макушками? Вот это торпеды там, блядь, стоят. Да. Игра как бы, ну, сделана детально, проработана, но порой местами вот как пальма, растущая из камня, прям наполовину дерева. И всё-таки, что такое шпиль мозаики? Представьте, что мозаика — ночной клуб. Тогда шпиль в нём, бармен. И все эти семена, все зародыши в округе пьют то, что ставит им шпиль. Да-да, ясно. А мы вроде как отравим им всю выпивку. Именно. Хрен именно. Да, весело тут было. Прям мордой. Эти люди, они стояли до последнего. Странно, почему-то у меня шапка исчезла. А я даже не выбирал этот свитер. Блять, как-то сам он. Внимание! Ща я ему ступим. Я вижу, что там серые. И теперь смотри, что мы сейчас делаем. Ставь здесь мину. Как круто мы сейчас делаем. Мина установлена. Размещаю дрон. Ломите ему. Ракетную турель туда. Ракетная турель готова к бою. Щиты. Нахуй. Танца.
Повышен. Отлетят дроны. Так, думаем. Давайте глота. Глот. Закладывайте мина. Мину. Мина заложена. Так, вот этот придурок, он мне... Вот что он там, блядь, делает? Спрячьтесь вон там! Там... Отвлекающий. Надо сюда. Их отвлечь. Артобстрел. Вот сюда. Быстро! Смотри, что он делает. Ставь здесь мину. Мина установлена. Нам нужны ракеты. Быстро! Ломите ему. Да помогите мне. Ракеты готовы. Сюда! Отличите меня. Спасайте. Сейчас я вас поплатаю. Готовы ко второму раунду. Вверх и в сторону. Спасибо. Как раз кстати. Так. Я вне игры. Как-то стремновато получилось под конец, но все. Так, ваш дрон теперь сосредоточен на атаке и использует подъемный луч. Ваш дрон сосредоточен на поддержке и лечит бойцов. Это что? Не держит врага. Че, нет других боеприпасов, только вот эти вот. Так, я думаю, нет других боеприпасов. Придется так вот действовать. Проверьте оружие, парни. Не знаю, что будет, когда мы плюнем в их колодец, но им это явно не понравится. Ну, то уж точно. Где-то чертеж есть, надо все посмотреть. Пуль тут достаточно, да? Это что у нас тут? Рабадан. Ну все, началось.
работает, что-то происходит. Лучи меняют цвет. Прекрасно. Раз мы это видим, они тоже видят. Так. Приготовьтесь к драке. Теперь энергополе упадет в любую секунду. Готовьтесь! Отходим. Так. Контакт! Осторожно! Мутон! Я понимаю. Ракетную турель туда! Ракетная турель готова к бою! Ракетная турель... А давай. Вот и глот! Глота... давай... Сейчас будет дрон-помощник! Дрона... Поднимаю! Этого... Оттяните их туда! Это их отвлечет! Нет... Прикончите это... его! И... Авиаудар. Вот дайте такой. Артиллерию! Так. И мина, чтобы к нам никто не минируйте подошел. Минируйте это место! Это жахает. Так. Воду. Закладывайте мину. Мина установлена. Бля. Этот готов. Алле-оп! Я долго! По мне стреляют! Барнс, мы готовы. Возвращаемся к точке высадки другим путем. Барнс, вы меня слышите? Черт. Да нихуя. Что-то забивает нашу дальнюю связь. Что будем делать? Доберемся до зоны высадки и убьем любую тварь, которая попробует нас остановить. Двинулись. Двинуты. Так. У меня уже 7 уровень. Интересно, я смогу прокачать его до максимального. Держаться вместе. Чемки-демки. Эта миссия не такая маленькая, да? Раз здесь та точка.
снаряжение. Свитер. Брюк. Цепь лямок. Ну нет, это тут ни шляпы, ничего такого. Так, сколько у меня агентов осталось прокачать? Они как раз на задании. То есть у них автоподкачка будет, да? Теперь понятно, как начался пожар. Что за черт? Не, он все-таки выглядит прикольненько. Для тех-то времен, конечно. Осторожней! Пускайте приманку! Выпускаю приманку! Задайте ему! Выпустил глота! Вот и дрон! Заминируйте сектор! Мина поставлена! Давайте ракетную турель! Размещаю ракетную турель! Отлично получилось! Вверх и в сторону! Потеряли дрон! Минируйте это место. Мина заложена. Удар и посильней. Ракетную турель. Ракеты готовы. Закладывайте мину.
Надо их отвлечь. Сейчас отвлеку их. Ломите ему. Мина установлена. Так. Они наступают. Вали его! Вот они! Они давят! Что будем делать? Наш дрон пошел! Сосредоточьтесь на этом! Навожусь на цель! Прикончить его! Этот мой! Вверх и в сторону! Не теряй темп! Пойду, пропали! Наверх, через дверь! Так. Теперь нужны патроны. Так, ладно. Дышать нечем. Делай, как я, не дыши. На 15% увеличивает урон, наносимый небронированным целям. Да что-то, блять, одно же то же, бля. Вперед! Так, минут. Какой тварь охуевшая, блядь. На стол хотел запрыгнуть. Шеем скоро сверну. Боже, я сейчас сварюсь в собственном соку. Говорили, заткнись нахуй. Вне зоны операции. Это оперативная работа. Хотите комфорта? Сидите в конторе. Типа от пожара дыма так нет. Получилось. Да. Только рейнджера не видать. И связи нет. Надеюсь, с Барнсом все нормально. Иначе нам всем кранты. Давайте на крышу. С такой антенной мы точно пробьемся сквозь помехи. Подожди, что-то не было. Мы что, по кругу сейчас прошли? Сперва нужно отбиться от этих марсиан, а потом будем думать, как выбраться отсюда. Я не склонна к тому, что процесс. Хочешь их поджарить? Я да. Но я не хочу гореть вместе с ними. Эти долбанные твари глушат всю связь вокруг. Смотри, это на мира. Да. По
Похоже, дровосеки решили провести собственные исследования. Ржавыми пилами, не иначе. Странно. Их методы мне как-то понятнее, чем наши в XCOM. Барнс, как слышите? Картер, это вы? Слава богу. Я уж решил, мы вас по пломбам на зубах опознавать будем. Мы на точке выброски. Заберете нас? Никак невозможно, Картер. К вам идет противник. Зачистите зону высадки, и я вас заберу. Понял. Вы все слышали. Занимаем оборону. Главное, продержаться, пока не прилетит Барнс. Ставь здесь мину. Мина заложена. Ракетную турель туда. Запускаю дрон. Ракетная турель готова к бою. А вот и глот. Прикончите его. Поднимаю! Ложусь на цель! Дайте артиллерию! Вызываю артиллерию! Ёбаный вас в рот. Отвлеките их. Это их отвлечет. Ломите ему. Ставь ракетную турель. Закладывайте мину. Ракеты готовы. Разгоните их оттуда. Патронов нету. Укрытие! Цели уничтожены. Ну мы вставили, а, босс? Забирайте нас, Барнс. Мы уже здесь. О-о-о-о-о. А говорили, посмотрим мир.
Так. А, это типа группа Картер провела успешную операцию по заражению важнейшей постройки противника. Уровень секретности S4. То есть я тут выполнил уже все эти обычные задания, что ли, получается, ачивку не дали. Тут такой всем щитам и броне. Так. Разница быстрой зарядки. Снижает температуру. Операции. Все, тут нету операции, да? А личный состав. Картер, так, снаряжение. Смотрим. Давай мне вот такой ранец. Разведчик. Считаем броню. Давай так. Пятый, тут у нас что? Mm-hmm.
Так, больше не вижу там помощи. Обычных операций больше вроде как и нету. Походу, поигла. Надо поговорить. Давай, поблагодарим. Анжела, как вы теперь? После всего. Фюрер мертв. А Пит... Я уже давно потеряла его. Это было прощание. Мне жаль. Спасибо. А теперь за работу. У нас мало времени. Вы о чем? Мы угадали. Они готовили почву для вторжения. Остальные войска придут через несколько часов. Дней, если повезет. Времени немного. Зато мы успеем отправить мирных жителей в убежище. Эвакогруппы уже работают. Эвакогруппы? Увака. Увака-увака. Эвака. Это отлично, но как мы попадем к истоку? Скоро узнаем. Мы локализовали данные, но Уир еще уточняет координаты. Нас ждет путешествие в один конец? Вероятно. Но мне все равно. Умрем так умрем. Главное, чтобы исток отправился на тот свет вместе с нами. Вот и я так считаю. Будь я проклята, если я не положу конец этой чертовой войне. Ну как, вы получили там, что хотели? Я знала, что смерть фюрера мало что изменит. Мертвые не встанут из могил, но теперь я смогу хоть спать немного спокойнее. Спасибо, что дали мне шанс. Я хотел сказать то, что случилось с вашим братом. Уилл, не стоит. Вы правы. Так было нужно. Надеюсь, вы сделали бы для меня то же самое. Для вас с огромным удовольствием. Ха, утешили. И спасибо, Уилл. Пит был бы благодарен вам. У нас мало времени. Да. Узнайте, нашел Уир координаты или нет. Если что, я готова к вылету. Расскажите еще раз, что случилось. Мы укрылись за ящиками. И вдруг у меня в голове осталась только одна мысль. Так и билась в мозгу, так и билась. И что за мысль? Старшей группы, враг, убей его. Снова и снова. Он враг, убей его. И не я один так думал. И что вы сделали? Я этого не делал. Следователи говорят другое, и ваши уцелевшие товарищи тоже. Это была моя рука и мое оружие, но это сделал не я. Я знаю, что эти ублюдки делают с людьми, но ваши товарищи больше не смогут полагаться на вас в бою. Я понимаю, сэр. Я переведу вас на базу. Спокойная служба вдали от поля боя. Кроме того, три раза в неделю будете встречаться с психологом. Вдруг появятся какие-то последствия. Понимаю, сэр. Спасибо, сэр. Просто... это был не я. Я не мог такого сделать. Эта война с каждым могло бы случиться. Фюрер, крайне важно интересовать фюрера. Немедленно, пожалуйста, последите, чтобы им занялись наши лучшие агенты. Он чрезвычайно опасен. Странно. Записка уже есть, лежит, да? Хотя он был против этого. Ну, странно все. Все необходимое есть. Бегите с этим к директору и передайте, что я буду в ангаре. Агент Картер, вы как раз вовремя. Составили нам маршрут? Да. Я уже рассчитал координаты цели и проверил врата верно.
Насколько это вообще возможно? Второго шанса не будет. И ладно. Сейчас или никогда. Странно слышать такие слова от вас. Кое-что можно узнать только на практике. Вы поставили на карту все. Впрочем, вы нас ни разу не подводили. Кстати, я буду рисковать вместе с вами. Должен же кто-то открыть врата Верна. Так вы извлекли из фюрера все нужные координаты? Куда летим? Это вполне определенная точка. Она находится на орбите родной планеты пришельцев. Так откуда они прилетели-то? Из карты звездного неба не объяснишь. Но их мир находится в 600 световых годах от Земли. В созвездии Лебедя. Далеко они забрались. Планеты, пригодные для жизни гуманоидов, большая редкость. Даже в бескрайней вселенной. Вы уже открывали врата, или это чистая теория? Вы же видели, как мы с Лоренсом их открыли в первый раз? Да, все кончилось довольно скверно. Но ведь получилось. И с тех пор мы провели ряд более простых опытов с технологиями чужих. Вот и славно. Вроде бы. Да, переброска Мстителя более сложная задача, но мы скоро узнаем, что у нас получилось. Как думаете, что нас ждет на планете чужих? Базовые условия и гравитация должны быть близки к Земле. В конце концов, чужие сами выбрали именно Землю. Но все остальное будет вручную. Какая у них система обороны? Мститель невидимка. Первый рубеж защиты он пройдет легко. А последнюю часть пути, боюсь, придется идти пешком. Одна земная группа на базе чужих? Ну-ну. Объект наверняка строго охраняется. Но есть и хорошая новость. Расположение истока держат в тайне. Поэтому там не может находиться целая армия. Очень надеюсь, док, что ваши выкладки не подкачают. Я тоже на это надеюсь. На кону не только ваша жизнь. Я не хотел бы умирать так далеко от дома. Впрочем, скольким ученым выпадал шанс увидеть иные миры? Главное, мы будем умирать не далеко от дома, а ради него. Да, это звучит немного по-другому. Ну что, время пришло. Встречаемся на Мстителе. И все, да? Развязка близка. Последний бой. Отдых, спать. Ну-ну. Отражается, да? Отправьте эти приказы об эвакуации. Агентов распределите по приоритетным объектам. Есть, сэр. Мы постараемся ничего не испортить до вашего возвращения. Спасибо за ваш беспричинный оптимизм, Чурски. А, вот и карта. Агент Картер, мне сказали, что все готово. Да, сэр. Рад слышать. У вас час на сбор. И все? Карта? А речи? А проводы? Какие речи? Сами знаете, что на кону и какие у нас шансы. Да, сэр, я знаю. Вот и славно. Ну все, вроде бы, все выполнено. С этими ублюдками, чего бы мне это ни стоило. Я знаю. Вы как-то спросили, почему я взял вас. Несмотря на послужной список. Вот почему. Потому что вы не сдаетесь. Спасибо. Не стоит. Просто сделайте все как надо и возвращайтесь. Не понимаю. Мы успешно выполняли задание. Допустим, вы выполняли. Если потерю двух городов и бегство с объектом можно считать успехом. Но другим-то... Вообще нечем похвастаться. Можно набрать агентов, обучить их. Это к чужим идет бесконечный поток войск, не к нам. Выхода у нас нет. Нужно перенести войну на их поле. Этому истоку уже тысячи лет, так? Что если простой выстрел в голову не остановит его? И не отключит мозаику?
Мы учли все доступные данные и подготовились как могли. Если этого мало, решайте по обстоятельствам. Вы это умеете. Вы советуете импровизировать? Ушам не верю. Но если нам просто не хватит ресурсов... Не волнуйтесь, у нас есть план Б. Но если честно, на вас вся надежда. Предположим, что мы закроем врата. Что станет с войсками чужих в нашем мире? Я составил подробный план сражения. Его получат начальники штабов. Мы надеемся, что после разделения миров снабжение чужих прервется, а их войска потеряют связь с командованием. Наша армия получит значительное преимущество. Думаете, последний бой случится уже без вас? Не будем себя обманывать. Шансы вернуться ничтожно малы. Вопросов больше нет. Встречаемся на Мстителе. Вы знаете, какие ставки и какие у нас шансы. Впрочем, вы живучий. Вы просто созданы для этого дела. Вопрос... Вы знаете... Берегись! Если вы не хотите взорвать нас ко всем чертям, будьте осторожнее. Итак, мы внутри настоящего НЛО. Да. Очень. Я тоже. Главное. Теперь мы сможем драться на их земле. Мы проникнем к ним, в самый центр их сети и навсегда разъединим наши миры. Вопросы есть? Итак, счет у нас отключение мозаики, Мститель готов, и теперь XCOM может нанести удар в самый центр сети чужих. Ваша команда должна проникнуть на тщательно охраняемую базу, где находятся межпространственные врата, и отправиться на родную планету чужих. Попав туда, уничтожьте мозаику. Так, почему есть дамба? Вы определили, где находится центр мозаики? Да, мы отследили. О боже мой, Фолк, это еще что? Мирных переговоров не будет, Анжела. Я остановлю истока, раз и навсегда. Вот это да. Да, мы создали самую летучую фракцию мира, но это только часть дела. Затем мы... Господи, эта штука прикончит не только истока, но и всех нас. И такое возможно. Но если так мы остановим войну, пускай. Сразу после установки мы взлетаем. Готовьте корабль к вылету. А где звуки полетов там? Че, опять наушники сдохли? Нет. Цель перед нами. Осталось повернуть. Не зевать, Барнс. Скоро будет зона детекторов. Мы уже в зоне. Генрих придумал классную штуку. Но с невидимостью, да. Насчет чудовища у нас под брюхом я пока не уверен. Бомба сработает как задумано. Должна. Ох ты мой!
они выстроили базу под озером. Держись! Дыра уже закрылась. Так раскроем ее. Именно. Садимся. Она была жахнуть, чем мы. С костюмом там навороченным. Ладно, Картер. Если мы собираемся пройти через эту дыру в плотине, придется отключить систему безопасности. Это врата Венна. Это не совсем врата Венна. Судя по данным, врата Венна спрятаны за плотиной, под водой. Вероятно, они используют энергию плотины, чтобы поддерживать защитные системы ворот. Понятно. Значит, надо отключить систему безопасности. Есть идеи, как это сделать? Уир разбирается со схемой плотины. Начинайте с главного входа. Пройдите через нижний двор. Исток. Вот кто нам нужен. Похоже, он собирался удрать. Вы что, глухие? Он начинает последнюю фазу их военного плана. Он говорит о начале конца. Тема светящаяся вода. Босс, я знаю, что это звучит дико, но прошлой ночью озеро светилось, а вода бешено бурлила. Я прочитал записи, изображение исчезло, как только вода засветилась. Одновременно вырубило всю аппаратуру. Но я видел это собственными глазами. Думаю, мы должны отправить людей под воду. Да, черт их дери! Вот и тувы! Пиздос.